Новые жилые корпуса на 120 мест в Марковском геронтологическом центре начнут строить в 2023 году. Между собой они будут соединяться теплыми переходами. Проект постройки презентовали губернатору Игорю Кобзеву, сообщает пресс-служба регионального правительства. Работы пройдут по федеральной программе «Старшее поколение национального проекта «Демография». Их планируют завершить к 2026 году. Сегодня в Марковском геронтологическом центре проживают 24 человека, это труженики тыла и вдовы участников Великой Отечественной войны. Глава региона также осмотрел жилые комнаты центра, где в этом году сделали капитальный ремонт на средства областного финансирования. Игорь Кобзев положительно оценил проделанную работу, заселят комнаты к 9 мая. Увидели, что это уже другое качество уровня проживания. Ну и самое главное, я хотел поздравить всех нас, потому что сегодня область выиграла важный проект в рамках демографии. Это дополнительные 120 койко-мест, дополнительное строительство корпуса, который в целом даст завершающую такую строительную композицию. Это будет такое круговое движение. Для нас это значимый проект, он должен быть реализован. И я бы сегодня хотел бы, пользуясь случаем, поздравить с наступающим Днем Победы всех наших ветеранов Великой Отечественной войны. К сожалению, их у нас не так много осталось. У нас около 122 человека на учете. К сожалению, сегодня многие из них покидают наш мир. И мы понимаем, что для них наше внимание – это дань уважения их подвигу. Для нас они герои.